Всем добрый день! Вы на канале Баженеты. Это Омская область. С вами я, ее ведущий Влад. Сегодня мы опять в гостях у Иваныча. Зашли к нему во двор, в огород. И что-то его нет. Сейчас пойдем посмотрим, что же он делает. Но он просто так он делать ничего не будет. Что-то интересное, значит, придумал. Пойдем посмотрим. У нас в райцентре земли мало, и каждый квадратный дециметр используется по назначению. Чистота и порядок везде. Бать, посмотрите, что он делает. Что он делает, с вами не передашь. Нужно подходить и узнавать, спрашивать. Что-то придумал. Это он, видать, это самое. Ему лень платить за вспашку, за бензин, он своими руками делает. Но не просто так делает. Слушай, ну я не могу понять, что он делает. Нужно подойти и спросить. Пойдем. Мужик картошку посадил, что ли? Да. Елки-палки, все успеет. Иди сюда. Иваныч, вы меня удивляете все больше и больше. Да. Да такого я бы никогда не догадался. Я даже не видел ничего такого подобного. Такая чудо-лопата. Иваныч, это вы чудо. Один, наверное, на этот. На весь райцентр. Не, район этот. Дайте я попробую. Я не могу устоять спокойно. Дайте я попробую. Это что? Это получается. И комбайн, и рефлит сразу. Слушай, ну легко. Я понял, что это нужно приспособиться. Длина 3 сантиметра, а лопата 27. Глубже, чем лопата, ну и ширина в 2 раза. Так. Не, ну нужно понять. А, вон что тут. Здесь, это получается тут вилы, да, и есть, приделана рама. Да, рыхлитель. Вот. Рыхлитель. Да. И все. Ну, поведи, я размеры возьму. Я ж тоже это самое, руки-то есть, только головы нету такой. Так. Ну это нормально под мой рост. Под мой рост. Ну, получается. Что-то сделать и разрезать, и чтобы удлинялось с этого. Ну вы под свой рост сделали. Да, я да, под чем, свой чем рост, больше да. рычаг, получается, тем, да, легче. Тем легче копать. Да, да, да. А мне, значит, нужно чуть повыше да, сделать. Да. Так. Ага, 110. 110. Метр 10. Ну. Сами вилы длиной, это вот как раз на глубину чернозема. 25 сантиметров, ну правильно, трактор башит 25 сантиметров. Нет, вот она 30 на полностью. А, 30 даже? Да, 30 должна. Ну, нет, 27 где-то. Ну вот это, как раз на глубину вспашки. Да, получается, да, да. Не торопясь, спокойно, у себя здесь все это. Ну, может пахать, да, делать, ковырять, все посадить. Как-то. Чем покупать мотоблок? Лучше, наверное, такую штуку сделать, заказать. Нет, для большого, конечно. Это, а так-то грядки-то... Не, ну грядки, а мотоблоком грядки и делают? Ну, да. Покажем. Поближе. Ничего сложного так-то. Ну я наподобие вот такой штуки видел в Мерлене, импортные эти самые штуки, ну такое я не видел. Там 1400 стоит, но это сделано лучше. И трубочки вы с нержавейки сделали. Ну да, ну это уже хозяйка попросила, чтобы руки не ветвать, но... То есть и женщина тоже? Да, это запрос, запрос. А у меня вот дочь, вон жена стоит, дочь приехал на выходные, пока я там был. Она в огороде скопала. Иваныч, я к вам приду и закажу и такую штуку сделать. Вот это вы можно, молодец. Вот это если вот так вот сделать, длинчик, будет противовес, когда будешь поднимать вот эту. И да. Вот это будет вот так. И тогда будет видно, куда вставлять. А, ну. Сама раз вот так вот. Ну это понятно, что нужно экспериментальным путем. Да, так, а вы нажимаете сразу на два да, этих. Да, да, это как под ногу, под подушку. Раз. Ну нет слов. Меня принесли.
Кому интересно идея Ивановича, подходите. Мне понравилось, я закажу. Подходите, сделает вам. Поговорите, договоритесь, ну хотя бы посмотрите, это уже интересно. Таких кулибиных один на... Нет, кулибиных много. Кулибиных много, но таких вот людей я встречаю, ну, единицы. Мне с ними интересно даже разговаривать. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте обязательно. Если что, я подойду, спрошу и отдам ответ. Всем пока.